На сегодняшний день мы торгуем очень хорошо за Уралом. То есть, начиная вот от уральских гор, да, до Иркутска, наш продукт достаточно широко представлен в различных городах. Мы работаем там со всеми федеральными сетями. И Ашан, и Лента, и X5, Retail Group. С Магнитом очень хорошо мы работаем. Сейчас мы решили, ну не столько для увеличения объема, наверное, сколько, ну, хочется просто кормить людей вкусным продуктом. Мы хотим выйти на Питер, на Москву, для того, чтобы здесь представить свой продукт. Мы на сегодняшний день закрываем полностью линейку по мясной гастрономии и даже по бакалее. То есть мы производим и полуфабрикаты, и консервы, мясные, мясорастительные, сырокопченые колбасы, деликатесы, вареные колбасы, копченые колбасы, сосиски, сардельки. Есть прекрасная детская линейка, которая разработаны рецепты совместно с гастроэнтерологами. У нас есть собственная лаборатория, у нас оборудована она очень дорогим машинами, которые в состоянии разложить за 30 секунд продукт на белок, углеводы, жиры. Очень строго следим за качеством входящего сырья. То есть у нас аккредитованная лаборатория. Предприятие одно из 5 предприятий, которое прошло сертификацию международную АФС. Мы одни из первых получили сертификацию ХАСП в России. То есть у нас высокотехнологичное производство. Пресловутая фраза «у нас потребители только бабушки, поэтому нам нужно подешевле», она не работает здесь на выставке, потому что к нам подходят люди очень взрослые, очень почтенного возраста, и на большие суммы, на 5 тысяч, 6 тысяч набирают нашего продукта. И комментируют это тем, что наконец-то мы можем купить что-то настоящее, потому что в наших магазинах такого уже не купишь. И они не скупятся. Наш ценник достаточно высок, да, мы работаем в сегменте средний плюс премиум. И это не смущает людей, они покупают продукт с полными сумками. Более того, некоторые даже приезжают на следующий день, чтобы снова купить про запас. Это очень радует, это вдохновляет. По поводу сетей, я была дважды на центре, контактировала я со всеми сетями, и локальными, и федеральными. Не могу сказать, что это вселяет в меня какую-то надежду. Почему? Потому что очень жаль, сейчас все считают, что низкая цена – это единственное, что интересует покупателя. Покупателя уже давным-давно интересует качество, потому что то, что сегодня продается за 100 рублей, ну, это не еда, это страшно. Самое главное – сотворить такой продукт, который будет радовать самих себя и которым можно гордиться. А я считаю, что те люди, которые взялись продавать, они должны быть профессионалами в этой области. И сегодня, к сожалению, почему-то все делают акцент исключительно на цену. Хотя средств продажи, инструментов продажи, их великое множество. У нас есть своя собственная розница в родном регионе, у нас 13 магазинов. Нет практически списаний меньше 1%. Да? И мы знаем, что такое продавать. И цена – это последнее, о чем наши продавцы говорят с потребителем. То есть знание продукта, знание специй, знание характера каждого продукта. Уметь рассказать, ведь у нас сегодня, ну, 360 наименований в прайсе, а некоторые гипермаркеты за своей витриной насчитывают более 1000 наименований мясной гастрономии. И ни один потребитель не может сам знать, что это, да? А когда спрашиваешь у продавца, что вы порекомендуете? Чаще всего сегодня мы слышим ответ продавцов за мясной витриной: «Я колбасу не ем». То есть это удивительно, но это на самом деле так. Поэтому я считаю, что профессионализм в продажах – это прежде всего не добиться самых низких цен, а знать свой продукт, знать, где какая специя ведет, да, какой продукт более сочный, какой продукт более постный, знать предпочтения человека, уметь выяснить их. Да, и показать, и сориентировать. То есть продавец – это не тот, который впаривает. Продавец – это тот, который как навигатор использует свои знания для предоставления информации, для того, чтобы покупатель, придя домой и начав кушать, понимал, что он купил именно то, что хотел, и это ему нравится. Разговаривали мы вчера со всеми федеральными сетями, со всеми представителями. Я очень надеюсь, что у вас на витринах сможет тоже появится наш продукт. Сегодня мы работаем в Питере только с призмой.